Правительство разработало и уже ввело в действие механизмы поддержки пострадавших от паводков по возмещению ущерба. Если комиссия признает жилье непригодным для восстановления, предусмотрено два пути решения – строительство нового дома или покупка готовой недвижимости. При этом казахстанцам дадут возможность выбрать оптимальный для себя вариант в одном из предложенных населенных пунктов. Помогут и жителям дачных массивов. Для тех, у кого дача в подтопленных районах была единственным жильем, тем тоже будут оказаны меры государственной поддержки. Акиматами уже сейчас ведется работа по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов. В Кустанайской области для 27 пострадавших приобретены квартиры в городе Аркалык. В Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья. И эта работа будет продолжена до тех пор, пока каждый пострадавший не будет обеспечен жильем.